Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру и Роману Бондаренко. И вот хотел бы обсудить с вами вот такое философское размышление. Вот смотрите, фактически миллионы людей становятся заложниками прихотей правителей. Вот если взять даже ситуацию, Путин, Лукашенко, вот эти два человека держат миллионы людей в заложниках. Вот с такой ноги встанет Лукашенко или Путин, то и будет в стране. Вы вдумайтесь, двое вот этих вот человек управляют как марионетками миллионами. И не только эти Лукашенко и Путин. И их я взял как вот ближайшую проблему. Вот почему так происходит? Почему вот эти массы народные, миллионы людей готовы терпеть то, что их сталкивает друг с другом? Готовы терпеть уничтожение, рабское отношение к ним? Просто не то, что отношения даже. Просто я считаю, что унижение людей какими-то двумя непонятно такими ублюдками. Да-да, именно. Два таких-то ублюдка держат в заложниках миллионы людей. И эти миллионы готовы покоряться этим двум мразям. Это просто печально. И когда эти все люди поймут, и поймут ли вообще когда-нибудь то, что с ними делают, непонятно. Хотелось бы, чтобы все наладилось, но, увы, я вижу, что ни к чему-то от люди и не придут. По крайней мере, я думаю, при нашей жизни никакого улучшения не будет.